Предрождественские дни – самое время для добрых дел. В нашем неравнодушии и милосердии сейчас нуждаются 6-месячный Сёма и его родители. Чтобы малыш был здоров, ему нужен специальный шлем. Совершить чудо в канун праздников под силу каждому из нас, ну а точнее всем вместе. Юлия Терехова познакомилась с семьей Караваевых. Шрамы на голове 6-месячного Сёмы – напоминание о недавней операции по реконструкции костей черепа. 3 часа ожидания у операционной для родителей мальчика показались вечностью. Это было вообще ужасно. То есть я себе места не находила. Картинки представляла там, какие что там делают вообще. Как бы успокаивала себя. Семён мужественно перенес сложную операцию. Сейчас идет период реабилитации. В 4 месяца малышу поставили диагноз – синостоз сагитального шва, скафоцефалия. Проще говоря, это значит, что швы черепа заросли раньше времени. Кости не дают мозгу нормально развиваться. Московские врачи разъединили сросшиеся швы и восстановили нормальную форму черепа. Малыш снова улыбается миру. После операции он вообще перестал улыбаться практически. Сейчас вот начинает отходить от операции, это все. Дальше, чтобы поддерживать нормальную форму головы, ребенку необходим специальный шлем. Носить его придется практически круглосуточно. У ребенка синостоз сагитального шва. Необходимо комбинированное лечение. Операция по реконструкции костей свода черепа и послеоперационная коррекция при помощи краниальных черепных шлемов. Ношение шлемов обеспечит анатомически правильный рост черепа. Носить шлем нужно 23 часа в сутки. Лечение продлится не менее полугода. Прогноз благоприятный. Родители уже сделали замеры головы малыша. Осталось сделать заказ. Но шлем квоту не покрывает, а у многодетной семьи просто нет таких средств. Стоимость шлема – 199 998 рублей. Караваевы надеются, что новогоднее чудо для их ребенка обязательно случится. На Новый год мне надо шлем, скажут, да? Волшебником может стать каждый. Для этого нужно всего лишь отправить смс на короткий номер 5542 со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они есть на сайте Русфонда. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Юлия Терехова, Вячеслав Орлов и Ангелина Демина. Вести Приволжье.